Я стал невидимым на время, чтобы вас увидеть. Вот вы все! Вот вы все! Ну что? Ой, не то нажал видео! Стоять! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Гусь Санек, Думыч, Френко, Сахар, Фриз, FM Zoom, Форум, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Всем привет. Привет. Ребята, давно у нас не было рубрики «Прятки». Мы скачали карту под названием «Гидра». И я буду играть за сломанных аниматроников и пытаться всех найти и замочить. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем «Прятки». Эта карта многоуровневая, и поэтому мне придется довольно-таки сложновато их искать. Но я смогу. Я смогу, потому что я... конченый аниматроник, я классный аниматроник. Ребята, настроение отличное. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами позаписывать и пообщаться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где? В описании. Совершенно верно, совершенно верно. Я не могу Диму найти. Не надо мне искать, я должен... Ты ж мне не должен найти. Я на глобусе. А, ты на глобусе? А, я на карте. Я глобус. И чтобы было, знаете, вам немножко легче, я не буду ставать невидимым, буду всегда видимым. Вот он. Окей. Вот он. Вот я, вот я, вот я. А я череп. А я вообще... Так, полностью, ребята, для начала мы обследуем этот уровень, чтобы никого не пропустить. А под лестницей есть кто-то? Нет, мы пытались, там спрятаться нельзя. А, вот это хорошо уже, потому что я вообще бы никого в жизни не нашел. Так, а что это за штука? Дима... Ага, понял. Дима, я тебе даю подсказку. Мы не надо. Это... Не надо подсказку. Хорошо, ладно, не надо, я должен найти всех сам. Мы где-то там. Если ты нас найдешь, то нам ГГ. А да, вы что, все вместе, что ли, сидите, заныкались? Эй, вы чё, не надо в одной нычке? Давайте хотя бы в двух. А вы нас не найдете. Не, ну там только он сам не может увидеть. Да. Потому что он... Но Дима пока что вообще не возле. Я вообще далеко от вас, поэтому поднимаемся выше. А как занимаемся? Следующий уровень пошел у нас. А... Так, надеюсь, я что Диму кто-то потерял. Тут сидит. Кто-то здесь... А, так подождите, я назад вернулся. А, я по кругу хожу! Стойте, стойте, то я наполовину умный. Так, это... О, вот тут, кстати, я еще не был. Вот тут я не был. Вон ступеньки вижу, мы сейчас будем по лестничке подниматься. Кефир. Это тот случай, когда карта вроде бы простая, но когда начинаешь искать, никого найти не можешь. Она... Тихо. Она не простая? Во-во-во-во-во. Она не простая. Она не простая, понял. Ускоряемся. Так, я уже ниже спустился. Ты меня увидел? Да, вот мы тебя увидели. А, тю, блин, я думал, ты заныканный меня видишь. Думаю, как так-то? А я кефир. Ты кефир? Дима, ты возле нас бегал, по-моему. Так, ну что, начинается то место, где по-любому кто-то из них тут сидит. Тихо, Саня, тихо, ты мне в животы не залетай. Специально буду заливать тебя, чтобы там ты сломался. Так, бочки взрывать нельзя, никого убивать тут не могу. Ну блин, я только что-то думал, тут кто-то сидит. Не, форум. Да его-то слышно будет. Форум. Хорошо, хопает. Давайте сюда. Так ступеньки. Мы его слышим. Там я был внизу. О, уже в другой части карты я совсем. Мы зато... Да. Форум, ты куда? Ты чё, бесстрашный? Нет, я хочу посмотреть, на шухере побыть. Давай, будь на шухере. Шухере. Хотя тут все равно нету. Так, и как мне отсюда... О, о! Я увидел! Я увидел игрока! Стоять! Да блин, это ну чё я его не убил? Ну я его не убил! Подпрыгни, подпрыгни, форум. Отстань от меня. И где он теперь? А я все, а все. Раньше. Нет, не все, не все. Помочь быстрее! Прячься, прячься, прячься! Тихо, 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 не влазься! Тихо. Ну и где они? Ну смотрите, она говорит... Ну блин, я думал, вы тут-то! А вас тут нету.
Мы все абсолютно в одной нычке. Не знаешь? Мы... Нет, нас тут всего шестеро, тут еще... А, FMZoom же читер, точно. Да, точно. Дима, если что, нас в одной нычке шестеро. А слушай, как я вообще эту нычку не найду я? Найдешь. А, тебя... Найдешь. Мы тебе подсказки будем давать. Хорошо. Нет, найдешь, но залезть не сможешь. Да карта запутанная. Опять это тот случай, когда она вроде бы не сильно большая, но когда начинаешь по ней лазить, она запутанная очень. Так, блин, я покемона не убил, он там сидел. Я его просто не убил. Я даже не ожидал, что там кто-то сидит. Форум, он вон там вот за стенкой, там где ты, Саня, вот там вот. Все тихо. Там? Форум. Все, тихо. Да. Слышу, но не вижу. Все, тихо, не стреляйте. Кто стрелял? Это вы стреляли, да? Да, мы. Нет. Да. Не, Саня стрелял. Это FMZoom. Это байка, это бабайка. Форум. Это все форум, это... Я предлагаю нам стать предметами... А я могу туда попасть, там, где вы заныкались? Да. А где мы? А да. Где мы? Не, вообще, там, где там вы сидите, я смогу пролезть? Да, можешь. Кто меня ударил? Я слышу его шаги. Мы его слышим. Тихо. Так, подождите. Стопы, а как мне туда попасть? Я догадываюсь, где вы. Только попасть туда не могу. В смысле? Ну, в коромысле, ну, вот так вот. Ты не возле нас. А вы нас даже не слышим. Мы тебя даже не слышим. Не видите и не слышите меня? Не, ну, немного с ноги... Шаги услышали и все. Ноги услышали? Чуть-чуть слышали, ты куда-то убежал. Да. Так, вот подождите, может тут в шкафах кто-то сидит? Да, не вылазь. Нет, никого нет. Я пикаю. Don't pick. Блин, ребята, ну я же знаю, что они идут где-то сидят, вот. Я прям увидел там челика. Форум! Это я чихнул, Это я ему это по башке балдим. Тихо. Я как вот сейчас пикну, я снова сейчас пикну, думаешь, смотри. Ща. Давай. Да блин, ну пацаны, я не могу вас найти. Тихо. Никого. Пикаем. А звуки раздаются по всей карте, непонятно, где вы конкретно. Форум, хватит. Думай. Не с нами. Да он все равно далеко, мы его не слышим. Давайте ракетницу запущу, попробуем. Какую ракетницу ты? Угай, ты нас всех убьешь. Угай, не надо, успокойся. Ты под контролем, нет. Диму... А, не там угорает, а я найти никого не могу. Я думал, будет легко, отвечаю, я думал, будет легко очень. Дима, ты не начал с базукой. Подумай. Я сейчас туда стрельну в угол, а вы все отойдете. Давайте. Я слышу шаги. Подумай, дети. Блин, они где-то вот в этом районе, ребята, вот где-то в этом районе, а найти никого не могу. Я туда а тут нету комнат. Вы где? Это где вы сидите? Я никого найти не могу. Ой! Давай туда запущу ракету. Ты зачем? Я стал невидимым на время, чтобы вас увидеть. Вот вы все! Ну что? Ой, не то нажал видео! Стоять! Есть! Ребята, есть! Так, я двоих или троих нашел? Троих. А как я сюда мог попасть? Тут решетка стрелами. Мне только удалить надо было, чтобы к вам попасть. Это ты ее удалил? А тут нету вас. А как сюда попасть? Вот другие места покажи. Есть. Там надо прыгнуть просто. Или на Е. А, на Е или прыгнуть просто. Я в жизни бы не нашел эту нычку. Так, а ну давайте перекличку. Кого я нашел? Меня. И одного, что ли? Я же вроде нескольких убил. Нет, ты двоих еще сахара нашел. Сахара нашел. А еще кого? А там по киллам кого? Били, Саня. Я жив. Нет. А, вы... Давайте, пацаны, берите аниматроников The Joy Creation. Пилпак. И все, и будем все вместе идти их искать. Капец. Наконец-то, ребята, наконец-то я кого-то нашел, ура. Я вообще думал, никого уже не найду. Не знаю, что делать. Повеселились и хватит. А как я узнал бы, что туда можно так попасть? Вы меня обмануть хотели. Да. Мы честные люди. Честные обманщики. Говорит, надо было Е нажать и попасть туда. Да. Так, подождите. Я хочу найти хоть одного аниматроника, чтобы мы вместе искали, а я никого не вижу. Под невидимку нельзя. Ок.
Ну я, во, увидел, одного брата увидел. Так, давай, показывай, где они. Ты штаны? А, тут нету, здесь никого нету. Они в всяких нычках хитрых сидят. Блин, я так видел, вы поубегали, да, пацаны, многие с нычки успели? Там у одного Пикачу это было... Дима, я знаю, куда надо идти. Пошли. Я, короче, когда от тебя убегал, надо вот туда прыгнуть. Как прыгнуть? А нельзя прыгнуть, только как-то искать другой метод. Ну тогда нам надо спуститься туда вниз. Саня, сдавайся, я тебя нашел. Ну я тебе, понимаешь, я тебя нашел, но я тебя убить не могу. А видите, какие они нычки, ребята, выбирают? Их убить невозможно. Ну ладно, ладно. Убивай меня еще. Не, давай тогда лучше убегай, чтобы хотя бы он тебя в дороге убил. А, вот вниз. А вниз, давай, я за тобой. Я везде с тобой бегу. Вдвоем веселее. Боюсь. Так, еще ниже надо нам. Пацаны, ну стойте, дайте убегу хотя бы, убивайте сразу. Так я пропустил кентафурика своего, она сюда побежала. А я тут. Так, вот тут может кто-то? Слышу. О, еще один. Нет, не тут. Невидимка нельзя, если что. Не, ну я один раз использовал для того, чтобы хоть кого-то убить. Стоять! Том и Джерри! Не-не-не-не-не! Он тебя нашел? Ой! Да блин! Я всех просил! О, привет! Да опять тут! И я тут! Да, по-моему, он тебя нашел? Мочи! Мочи Пикачу! Мочи его! Мочи! Прицелься за ним! Есть! Молодец, а я Пикачу убил. Есть! Ну что? Я убил! Наконец-то я тебя Пикачу убил еще с того раза. Так хотел тебя замочить. Так, пацаны, перекличка. Кого не нашли? Форма. Меня и форум. Кто останется, ребята, последний ненайденный человек, тот будет победителем в этой серии. Так, двоих. А где же эти двое ныкаются, пацаны? Они, наверное, там еще ныкают. Ты думаешь, они там? Наверное, могли перебежать. Ну давай, тогда будем искать. А нас сейчас много, мы их найдем. Так. Контр нажимай, я тоже туда иду. Да. Толпой, ребята, продвигаемся. Нашел, мочи его. Ах, зараза, убежал. Преследуйте его, преследуйте. А, вот ну сзади. Да я же свой, ну. Friendly fire. Ничего страшного, я привык. Я тоже люблю всех мочить. Куда ты? Ну я свой, я уже убежал по коридорчику. Ну что, еще убили того или нет? Нет, я выжил. Молодец, красавчик. А сейчас ты в нычку опять распрянулся, я тебе сейчас нет. А что вы все в одной нычке-то сидите постоянно, это же интересно. Ага, сейчас нычки, а ну иди сюда, засранец. Так, теперь это у нас что уже, догонялки, да, начались? Да. А где, я его не видел. Вы его видели он, тут? Короче, выбежал с той нычки. Я же говорил, что... У меня от того, что я напрягся, у меня же наушники вот это из ушей вываливаются. У тебя воздух, слушай. Блин, ребята, обязательно поддержите лайкосиком, потому что мы снимаем очень веселый контент. Так напрягся, наушники выпадают. Ну и где он теперь? Он там, внизу есть, где я. А ну-ка. Вот тут. Здорово. Давай, я буду на шухаре стоять. Форум стоять. Нет! Форум. Собака! Нет. Убили? Не, никого нету. Нет. А где же он теперь? Вот он! Вот он! Бежит! Нету него! Да ну опять! Ну что вы делаете? Короче, даже чтобы тут один такого убивал. Вот тут он. Хорош. Ой, гусанек. А гусанек, это тебя убили? Ты ныкался? Да. Красавчики, пацаны, молодцы! Просто молодцы, дайте я за тот раз убью. Извини, просто так хотел тебя убить. И сейчас два раза. Бери тогда аниматроника, давайте все вместе. Ну кто остался последний у нас? Форум? Форум, Форум, ты победитель в этой серии. Если мы тебя не найдем в течение 3 минут, ты будешь победить. А, еще не? Да, я остался. А, FM. А, ну все, тогда двое. Где они теперь? Тихо, иди сюда. Вот тут охраняй, я сейчас зайду и его выгоню. А ну иди сюда, крыса. Да его убили. Да блин, да я так обрадовался, что я его могу убить. Так, ребята, напряженный момент. Вот, вижу, собачка бежит. Давай, не буду тебе мешать, чтобы ты меня опять не убил. Вниз, вверх побежал. Вот, нашел. Вниз. Он наверху.
Я бегаю. Давай, мочи его. И медаль дадут. А, нет, это сахар, нет, это наш. Ну и где они все? Они такие маленькие, тяжело, ребята, попасть. Есть, молодец. Я выиграл. Дима, я тут выиграл. Так носился. Так, ну что, у нас остался кто? FM-Zoom. FM-Zoom, давай, если мы тебя в течение 2 минут не находим, ты победитель в этой серии. Все, смотрите, вот сейчас ролик, все, время пошло, 2 минуты, отчитываем. Дима, я там так носился. Ну вот тоже, сильно много нас, сильно много, поэтому тяжело убегать. Так, ребятушки, мы же должны его замочить. Дима, хочешь это, Райль да глаз? Да. Есть! Ну что, давайте тогда сделаем в конце ПВП, каждый сам за себя. Невидимым вставать нельзя. Режим ПВП. 3, 2, 1, погнали. Ай-яй-яй, да я поддался, ну. Так, давайте теперь посмотрим, кто у нас теперь будет победителем в режиме ПВП. Так, я отлечу, чтобы вы меня не убивали. Так, нас уже трое слилось. Давайте, кто еще? Ой-ой-ой, Думыч красавчик убил сахара. Кто проиграл, наблюдаем просто, уже не участвуем. FM-Zoom, Гусанёк. Так, остался FM-Zoom и Гусанёк по моим подсчетам. Теперь проверим, кто из них победитель. Я, конечно, наблюдать не могу, я не знаю, где они бегают, потому что карта очень запутана. Но надеюсь, что Гусанёк ты победишь. Невидимым вставать нельзя. Да мы уже ПВП-хаемся. А, ну давай. Только я не знаю, где вы. Посмотрим по киллам, ребята, кто же из них выиграет. А я вот так... Ой-ой-ой-ой-ой, молодец, Гусанёк. Ну что, ты победитель среди ПВП, а FM-Zoom победитель среди пряток. Красавчик. Молодцы. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще таких классных и веселых рубрик, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ссылки в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.